Меня зовут Биринов Александр, а я представляю компанию Renberry. Мы являемся разработчиком 4G LTE решений для систем профессиональной радиосвязи и для мобильных операторов. На открытых инновациях мы представляем свой новый продукт. Он называется Renberry Box 1000. Это уникальная российская разработка решения для служб экстренного реагирования. Соответственно, что это такое? Это сеть быстрого развертывания 4G LTE для МЧС, для пожарных, полиции. Необходимость данного решения возникает тогда, когда нужно быстро развернуть сеть 4G LTE. Например, горит здание, и пожарным нужно в него войти. Сейчас современные костюмы пожарных оборудуются мобильными видеокамерами. Чтобы передавать видео с места пожаротушения, где находится сам пожарный, чтобы вы не потеряли, грубо говоря. Соответственно, обычная инфраструктура мобильных операторов не сможет обеспечить быструю скорость передачи видео. И все видео будет передаваться с большой задержкой. Наше решение, которое может быть развернуто за 2 минуты, позволит обеспечить высокую скорость передачи данного видео. Также можно будет отследить, где находится пожарный при возникновении какой-то нештатной ситуации. И, соответственно, решить проблему емкости сети в данном конкретном месте. Соответственно, наше решение рассчитано на 63 человека, которые активно пользуются услугами мобильного интернета, допустим, передают видео или какие-то другие большие объемы данных. В данный момент мы общаемся с представителями служб быстрого реагирования для внедрения данной разработки. Разработка готова. Буквально 2 дня назад, 14 октября, мы официально заявили о ее релизе. И здесь впервые презентуем.